Фонд реформирования ЖКХ составил рейтинг самых открытых и закрытых управляющих компаний. Как оказалось, из 15 тысяч лишь треть не скрывает, на что тратятся деньги жильцов. Между тем, постановление правительства, в котором прописаны стандарты раскрытия информации, действует уже полтора года. Степень прозрачности финансовой деятельности ТСЖ и управляющих компаний выявлял наш специальный корреспондент Альберт Карцаев. Начало месяца для Бориса Кабалоева – время получать корреспонденцию. Вместе с пенсией приходят квитанции за свет, газ, тепло, воду, квартплату и многое-многое другое. Примерно треть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги. Однако зачастую разобраться, за что именно он платит, пенсионер не может. По привычке смотрят на конечную цифру. Сумма крупно написана, а в других местах помельче. Желание жильцов узнать, на что расходуются их средства, не праздное любопытство по жилищному кодексу. И согласно постановлению правительства страны, управляющие компании ТСЖ обязаны детально расшифровывать свою финансовую деятельность. Все бы хорошо, но медаль имеет и обратную сторону, говорят управленцы. Излишнее возмущение вызывает, скажем, пишем мы, благоустройство и санитария. Что это такое? Вопрос. Ну, объясняем, это уборка территории, дезинфекция подвалов, косьба. А что вы столько расходуете? И вот каждому объясни, и каждому разжуй. А жильцам этого дома объяснять, что такое благоустройство двора, не надо. Все видно и так. Ухоженные клумбы, украшенные беседки, чистые опрятные подъезды, везде игрушки. Словом, не двор, а сказка. Форма управления здесь – товарищество собственников жилья. Мы ежегодно проводим общее собрание. И на общем собрании мы отчитываемся, сколько поступило от жильцов за, допустим, 2011 год. И каждая копейка, на что они потрачены, постатейно, кому что выплачено, кто какую зарплату получает. Допустим, электросеть сколько перечислено, лифтремонты столько-то перечислено. И какой, допустим, долг по всему дому на такой-то год. Кроме того, управляющие компании обязаны выставлять информацию о своей финансовой деятельности на собственных сайтах или же на интернет-страницах Фонда содействия реформированию ЖКХ. Если этого нет, жильцы могут жаловаться в госжилинспекцию, прокуратуру или суд. На нерадивых коммунальщиков наложат штраф до 300 тысяч рублей. Жилищная инспекция сейчас вовсю занимается контрольными проверками, то есть все проверки были согласованы с прокуратурой и занимаются проверкой именно по тому, насколько объективно и насколько расширенно управляющие компании выдают информацию о том, как у них проходит своя деятельность и куда тратятся эти деньги, которые вносят собственники. Правда, как показывает практика, как раз собственники не особо торопятся защищать свои права. Недовольство управляющими компаниями жильцы высказывают в основном на кухнях и лавочках у подъезда. И при том, что большая часть населения работы управляющих компаний недовольна, активно защищать свои права пока мало кто готов. Альберт Карцаев, Самур Закандохов, Заур Канкулов, Вести Кабардино-Балкария.